Песня для радиоэфира, вот она готова. Ни одного плохого слова и припев попсовый. И пусть попробуют ко мне только потом придраться, мол, это не подходит по формату нашей станции. Я ни одной запретной темы в тексте не затронул, не противоречил ни морали, ни закону. Ты спросишь, для чего вообще я вышел к микрофону? Ну, рэпер должен ведь что-то читать поверх музона. Ни слова о наркотиках, ни слова о политике, ни буквы в адрес недовольных мною критиков. Тебя не стану я грузить о том, что жизнь ужасна. Типа на улицу под вечер выходить опасно. Типа и девушка ушла, и с деньгами плохо. И типа все, что мне осталось, это ахать и охать. Нет, все намного проще, сделав посерьезней морду, я бомню свой рэп по три сладных аккорда. Назови меня попсой, обвини в чем хочешь. Слушать будешь все равно, я же знаю точно. У пиратов купишь диск, ты друзьям не скажешь. Назови меня попсой, не обижусь даже. Не обижусь даже. Не обижусь даже. Не обижусь даже. Будут на радио звонить девчонки и просить: привет 10-му Б, поставьте noise MC. Диджей ответит окей и нажмет на плей, к радости позвонивший и ее друзей. Потом карабкаясь как альпинист на Эверест, я влезу в хит-парад на одно из первых мест. И буду там висеть, походу всем не надоест. А после выпущу альбом с названием The Best, где будет вот этот трек плюс 25 ремиксов. Вот уже вижу, как толпятся у прилавков чиксы. Отличный уровень продаж, куплен весь тираж. Вокруг моей персоны бешеный ажиотаж. Да, я мечтаю об этом, а вы как будто нет. Ах, вы непризнанный гений, уличный поэт. Ну да, куда мне до вас, я меркантильный жлоб. И мне плевать на некоммерческий хип-хоп. Назови меня попсой, обвини в